Ребят, всем привет! Сегодня буду распаковывать посылочку, которая пришла из США, с сайта Victoria's Secret. Заказывала я эту посылочку через сервис доставки «Новая почта Shopping», так как у меня была достаточно небольшая сумма заказа. И все товары, которые здесь будут в посылочке, не все заказаны по распродаже, которая стартовала в конце декабря на сайте Victoria's Secret. Посылочка пришла в Украину достаточно быстро. Заказ был отправлен с сайта Victoria's Secret 30 декабря. На склад новой почты в США он пришел 2 января. И 9 января я уже забрала эту посылочку в отделении новой почты. Ну что, будем распаковывать? Так, здесь у нас накладная с перечнем товаров, которые я заказала, и с корешком для их возврата, если вдруг что-нибудь не подойдет. Здесь у нас флаер, значит, флаер просто с информацией о том, что распродажа на Купальнике. И здесь у нас еще скидка 20% на любой товар, который будет заказан с 15 января по 6 февраля 2020 года. Купон на скидочку. Теперь смотрим, что здесь пришло. Так, это у нас трусы. В принципе, только одни трусы будут в основном. Все они упакованы в индивидуальные пакеты. И вот то, чего я ждала больше всего, это купальник. Купальник мне достался за какие-то вообще смешные 350 гривен. Как бы серьезно, на него была скидка 80%. И мне очень понравился его цвет, поэтому сейчас посмотрим, как он выглядит. Сейчас я уже все достану и распечатаю его, потому что мне очень интересно посмотреть. Так, а это низ от купальника тоже. И еще одни труселя. И еще одни труселя. Вот такая вот посылочка. Как всегда, в Victoria's Secret все в порядке. Все очень аккуратно упаковано. И, ну вот, честно говоря, приятно просто делать у них заказы. Плюс еще купончики очень часто ложат на скидку. Доставка, кстати, с новой почты Shopping обошлась мне в Украину в $3.90. Это тоже хорошая цена. И теперь давайте посмотрим на купальник. Это у нас верх. Прелесть. Он идет без чашечек, да, то есть очень тонкий здесь идет поролон. Качество, как всегда, у Victoria's Secret на высоте. Очень переживаю, чтобы он хорошо сел, потому что он мне действительно очень нравится. Ну, будем мерить и смотреть. Так, это у нас верх. Сейчас посмотрим вниз. И вот такой вот низ, что мне кажется, что он, наверное, большеват, или я просто себе льстю. Тоже очень качественно все. Думаю, покупка должна быть удачной. Все трусы мне обошлись что-то в районе, там, если считать вместе с доставкой, да, со всеми делами, в районе 100 гривен за одну штучку. Это очень хорошая цена. Вот труселя. Белье Victoria's Secret я вообще просто обожаю. Оно настолько удобное и настолько для повседневной носки. У них интересные такие вот дизайны. Ну, как бы у нас, мне кажется, такого не найдешь. Поэтому я покупаю белье там.
Давайте вот эти посмотрим еще. Ю-ху-ху. Класс. То есть цвета необычные, расцветки, ну как бы сами модели тоже, и смотрятся они на теле просто вау. Спасибо всем большое за внимание. Если есть какие-то вопросы по доставке сервисом «Новая почта Шопинг» или по заказу на сайте Victoria's Secret, задавайте в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, будет еще очень много интересных распаковок. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Пока-пока!